Здравствуйте. Сегодня расскажу вам, как настроить пульт Stang F2100, китайский пульт, универсальный, чтобы можно было на телевизоре зайти в меню. Потому что тут, если вот стандартная настройка выполняется, нажимаем на зеленую кнопку на 7 секунд. Через 7, ну и держим. И ждем, пока телевизор отреагирует громкостью вниз. Вот, все, настроился. Пульт вот в таком режиме. Вот, работает только клавиша громкость вверх-вниз. Канал вверх-вниз. Вот работает. Можно каналы переключить и громкость. Остальные клавиши не работают. Тем более в меню не зайти. Так, чтобы зайти в меню, надо, когда мы нажимаем автонастройку на зеленую клавишу, громкость, чтобы вверх поднялась. Пробуем. И сразу же отпустить. Когда вот увидим, что громкость вверх пошла. Подняла громкость и проверяем. Так, теперь смотрим. Пробуем нажимать эту клавишу. Первую. О! Все, мы вошли в меню телевизора. С помощью вот универсального пульта. До этого я не мог войти. Вот оригинального пульта нету. И проверяем клавишу. Громкость меняется. Переключаются каналы.